Настоящая борьба за титул чемпиона разыгралась между казахстанскими гонщиками. В Астане проходит первый этап Кубка Казахстана по зимнему ралли-спринту «Самурык-2016». Задача участников – пройти дистанцию более чем 60 километров со специальными сложными участками, снежными буртами и скользким льдом. Все прелести ралли-спринта демонстрируют сегодня 22 опытных участника из разных концов страны. Второй и третий этапы Кубка пройдут в феврале и марте. Соревнования проводятся уже в 42-й раз. В общей сложности в них приняли участие более 2000 спортсменов. 12 участников в моноприводе и 10 участников в полном приводе. Протяженность трассы 5,10 километров, ну, более 5. В общем, они должны за сегодня откатать по правилам любительского ралли однодневного 50 километров. Борьба идет за секунды, борьба очень плотная, пилоты очень быстрые сейчас. Многие регионы участвуют, в том числе Алмата, Павлодар, Кокшетау, Караганда и Акуль вот у нас есть, Степногорск. В общем, интересная гонка. В этом году, думаю, за победу в Кубке поборемся.